В эфире программа «Борщик умив». В прошлой программе я рассказывал вам о Клаудии Шифер, это замечательного человека. В этой программе мы поговорим о на очереди другой кумир. У него Иглесия. Слава пришла. У него Иглесия тут. Что за Хулио? Нормально, я то читаю. Рано. Что у него Хулио? Хулио! Что ты говоришь, друзья? Тише, извините, ради бога, тысяча извинений. Не обессудьте, пожалуйста, женщины, дети, я вас очень прошу. Значит, Антон, и ты, наши танки, ты боевик краще. Я его уволю, отвечаю один день. Это гарно снимаю, да? Голос. Ульо, можешь нормально говорить? Ульо, вот это техника. Ульо, да, Ульо, и что изменилось? Ульо, ты от меня хочешь?